Хочу представить вам томагавк. Я его сделал примерно из такого топора. Отпилил вот эту часть. Вот, наверное, примерно вот так вот. Вот эта труба. Вот примерно я сделал 4 надреза. Сделал овальный вид. 4 надреза болгарочкой. И немножко конусный вид такой придал. И заварил. Это гайка на 14, по-моему. Я уже даже не помню, это давно было. Гайка на 14. Все грани сточил. А это пруток на 12. Но он весь такой черный не из-за того, что я его покрасил черной краской, а заворонил тем, что в печку бросил с дровами, он нагрелся, а потом в отработанное масло. В отличие от топора, конечно, он вставляется наоборот. Вот ширина прямо ладони, длина ладони. Вот тут у меня еще есть кожа. Какая-то женская курточка была тут. Вот тут нужно будет обмотать. Вот тут обмотать, и декоративно так вид будет получше. И, ну и функционально тут, конечно. Вот она уже не будет съезжать по топорищу. Ну и на сюда можно тоже обмотать кожей. Я даже нашел перышко голубиное для красоты. Вот посмотрим, что будет. Вот что-то вот такое получилось. Все, можно идти в лес за валежником, отбиваться от диких лис, бродячих собак, волков, медведей. Ну, насчет медведей, пожалуй, нет.